Как зайти в BIOS на модели HP? Для этого нам понадобится включить ноутбук и нажать кнопку Escape. У нас появляется стартап меню, где при входе F1 System Information мы увидим на дисплее. При нажатии F2 System Diagnostics, при нажатии F9 мы можем загрузиться Boot Device Option, то есть любого носителя, это Live CD, либо DVD, либо Live USB, съемные, в общем, флешки. F2 это BIOS Setup, и F11 это System Recovery. Если мы нажмем Enter, мы продолжим загрузку операционной системы. В данном случае мы загружаем операционку. Нажимаем Enter. И пошла загрузка Windows. Всего наилучшего.